После того, как парламент Шотландии проголосовал за признание однополых браков, шотландские католические епископы выразили крайнее разочарование по поводу этого решения властей страны. Приняв данное законодательство, за него проголосовали 105 депутатов парламента, 18 против, шотландские парламентарии последовали путем Англии и Уэльса, где ранее уже одобрили и легализовали однополые браки. Впрочем, Шотландия и ранее уже допускала регистрацию однополых браков гомосексуальными парами. Так что теперь под эту практику лишь подведена соответствующая законодательная база. Архиепископ Филипп Тарталья, примас католической церкви в Шотландии, заявил, что не думают, что новый законопроект, принятый парламентом, потребует от католических священников в обязательном порядке венчать однополые пары и признавать их брак церковным. Однако прилад сказал, что не уверен в том, что католическую церковь в Шотландии новый закон никак не затронет. «Мы не можем исключить возможности того, что в будущем некоторые люди начнут выдвигать судебный иск против католических священников или церкви за отказ признать однополые браки», сказал архиепископ Тарталья, слова которого цитирует агентство CNA.